Всех приветствую, друзья, на своем канале. Я Дов. Сегодня у меня Galaxy Alpha. Первый раз за выход этого телефона мне принесли на ремонт. Почему-то не знаю. Вот, или их мало покупают, или они слишком прочные, чтобы ломаться. Но, тем не менее, сегодня принесли на ремонт. Дисплей я уже снял. Болты задние открутил, не знаю для чего. По незнанию, потому что первый раз попался в руки этот телефончик, как я уже говорил. Вот. На него идут стандартные самсунговские болты. Можно их не откручивать. Вот, но я их открутил. Мне, кстати, надо еще найти, куда я их положил, чтобы вкрутить обратно. Ставил на зарядку телефон. Итак, телефон разобранный у меня лежит уже в течение недели. Вот, искали дисплейные модуля на Galaxy Alpha. Вот, точнее, не искали, а ждали. Там, в принципе, найти их несложно. Можно на Али заказать. Вот, но они больно дорогие. Там порядка 95 евро, что ли, стоят. Вот, мы заказали с Германии. Честно говоря, не могу дать ссылочку, не знаю, где именно их заказали. Вот наш склад, с нашего склада заказывают вот такие дисплейные модуля, вот по 75 евро. По 75 евро пришли нам вот такие дисплейные модуля на Galaxy Alpha. Вот оно, видите. Знаете, визуально очень хорошее качество. По-моему, это вообще оригинал. Оригинал. Но за такую цену я точно не видел на сегодняшний день ни на одной странице. Проклеенные. Видите, да, под пластиком находится двусторонний скотч. И что-то мне подсказывает, что он достаточно прочным будет. Вот, дисплей. Задняя часть дисплея тоже проклеена. Проклеено. Вот, ну и не соответственно весь периметр. Давайте попробуем. Такая вот коробочка Samsung сервис пак. Ну, скорее всего, это оригинальный. Не знаю, попробуйте поискать вот по этому бренду, возможно. Возможно, Planet First о чем-то скажет, можно будет найти в интернете. Вот, в общем-то, и все. Итак, что хотел бы сказать. При съеме дисплейного модуля пользовался, как обычно, термофеном, очень тонкий. Вот можете видеть, да, стекло, точнее, это, мне кажется, это пластик даже, это не стекло, да, это пластик, потому что достаточно сильно гнется. Да, это у нас пластик здесь идет. Довольно легко снимается. Вот здесь вот находится разъем, двусторонний скотч, вот буквой П. Приклеен, соответственно, к дисплею, к задней части дисплея. То есть аккуратно нагреваете феном, а лучше поставьте на сепаратор. Вот. Очень быстро я снял, порядка, не знаю, минуты, две минуты. То есть сложного ничего. Это было легче в Galaxy 5, допустим, да, там такая же система практически постановки дисплея на телефон, но там на Galaxy 5 у нас идет стекло, поэтому достаточно сложно снять дисплейный модуль Galaxy 5, потому что очень легко повредить. А здесь, как видите, пластик и очень легко снимается. Вот. Итак, сняли дисплейный модуль. Убираем в сторону его. Давайте. Я подзарядил батарею, давайте проверим новый дисплейный модуль. Я его только что принес со склада.
Подсоединяем разъем. Золотых не было, к сожалению, клиенту. Клиенту я показал два цвета дисплейных модулей, которые были. Это темно-серый, вот этот вот, и белый. Вот он выбрал себе темно-серый. Темно-серый дисплей, который мы сейчас поставим. Вот. Загружается телефон. Сейчас проверим тач. Золотых почему-то не было, не знаю. Ну, клиент согласился на этот цвет. Все работает. Очень хорошего качества дисплей, я вам скажу. Не сомневаюсь. Теперь уже не сомневаюсь в том, что он оригинальный. Все работает. Можно. Можно менять. Выключаем телефон. Movistar, испанская сотовая компания. Включаем дисплей. Цена 100 евро. Мы берем 100 евро. 75 у нас установка. 75 цена дисплейного модуля и 25 получается установка. Установка, друзья, довольно простая. Я думаю, здесь не составит никаких сложностей. Односторонний скотч. Давайте зачистим поверхность, которая и так чистая у нас. Скотч, новый дисплейный модуль у нас уже проклеен, как я сказал, поэтому основное здесь это очистить поверхность, убрать старый скотч, пыль. Удаляем транспортный пластик. Удаляем пластик. Освобождаем скотч двусторонний. Так, ну и что касается вот этого среднего скотча, вот я подумал о том, чтобы его снять и приклеить обычный скотч. Обычный скотч. Сделаем. То есть вот так же, как он был наклеен буквой П. К сожалению, металлического у нас нету, да я и думаю, он не обязателен.
наклеим обычный скотч 3М200МП, я такой вот скотч вы можете найти на любом сайте запчастей сотовых телефонов. Нарезаем и сразу приклеиваем. Прессуем как следует, чтобы воздуха не оставалось под ним. Вот как-то так у нас получилось. Сейчас мы приклеим дисплей. Застегиваем разъем. Укладываем дисплейный модуль. Давайте прижмем по периметру мягкой тканью. По-моему, очень даже симпатично смотрится серый дисплейный модуль на золотом каркасе. Посмотрите. Очень даже симпатично. Так что, если не найдете золотой, ставьте смело серый. Клиент посмотрел и сказал, ставьте серый. Ну, в общем-то, на этом все, друзья, как я уже сказал. До новых встреч, всем удачи в ремонте. Закручивайте болты, которые мне еще предстоит найти. Всем до свидания, до новых встреч.